Нашей стране нужна национальная идея, и этой идеей должен стать патриотизм. Об этом сегодня говорили в Белгородском национальном исследовательском университете, где открылась международная конференция «Патриотизм как идеология возрождения России». Участники из Украины, Белоруссии, Приднестровья, Южной Осетии сошлись во мнении, что на протяжении последних столетий понятие патриотизма в нашей стране искажалось, подменялось агрессивной идеологией и в таком виде навязывалось обществу. Это привело лишь к отторжению подобных тем. Сейчас же в условиях евразийской интеграции и на фоне общеевропейского системного экономического кризиса как никогда важно выстроить сильное, прежде всего с точки зрения национальной идентификации, государство, основанное на исконно русских ценностях. Нам надо восстановить прежде всего связь времен. У нас люди даже в общем очень плохо знают свою историю, свое происхождение, свою семейную историю, свой род плохо знает, историю страны. Очень навредила та идеология, которая называлась «Мы родились в октябре». До октября 17 года вообще представления самые-самые приблизительные, это очень смешные. Это трагедия. Это трагедия, потому что общество, народ, молодежь, старики, неважно, они не могут жить без корней. Леонид Решетников подчеркнул, что под патриотизмом следует понимать любовь не только к родине, но к землякам. Людям, которые работают на благо своего села, города, края. О них следует говорить больше. Немаловажная роль здесь отводится средствам массовой информации, в частности региональным, благодаря которым мы узнаем, чем живет малая родина.